Все на голову. Ладно, давай, кусай. Ой, ой, осторожно. Кусай, она давай. Она боится на воду, да, как будто? Кусай. Ну, еще пока не может прокусить. Давай, вытягивай шею. Семен. Семен. Опа, давай, давай. Ой, тю 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 Свою лапу, что ж ты? Да, Семен. А какой возраст у него? У него, по-моему, до года. То ли 6 месяцев, то ли 5. Да. Ну, еще маленький. Все, что находят в воде. Если попадет какой-то грызун, они сожрут. А если просто рыбу. Фрукт или овощ не станет? Нет, нет. Да? Они же хищники, они не будут есть. Персик. А зовут Персик зато. Да. Персик такой. Да, однако. Видите, какие зубы. А вот эти, те самые три острых когтя. А вот так он кусает, да. Я мультик смотрела, там был такой. Кусай. Давай, я тебя учил. Сильнее кусай. Сильнее. Молодец. Пропадает цвет. А нельзя будет мне подышать? Нет, нельзя. Вот видите, он действительно мягкий панцирь. Можно вот особенно сзади. Осторожно так ходить, да? Чтобы он не упустил. Потому что они очень шустрые, вот действительно могут выдвинуть шею аж на 12 дней. Ты посмотрел? Да. Вот этот черепах. А где да. такая живет? В Китайском море, также в заливах. Дальний Восток? Да. Тебе видно, да, Саша? Угу. Ой, аниме, ты нос такой. Угу. С помощью своего носа они чувствуют запахи в воде на расстоянии Спасибо. До 300 метров. Вот так вот она кусает, видите, раз. То есть получается, это еще маленький, он не может прокусить. А вот большая, она без труда прокусит кожу и даже может повредить палец. Вот это так вообще может откусить, это каймановая черепаха. Какая самая опасная панцирная черепаха. Да, 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 я слышала про нее. Вы ее не вытаскиваете? Нет, не вытаскиваете. Не хочет. А что кушает она? Что ест? Мы кормим мясо, дай. Переуша. Леониксами назвали из-за того, что у них по три больших когтя на каждой лапе. Это водяная считается, да? Это полностью водная черепаха. Также это мягкопанцирная черепаха. Одна из самых больших мягкопанцирных черепах, потому что в длину тела они достигают 25 сантиметров и могут иметь вес 4,5 килограмма. Угу. Также у них сильные скулы, острые когти и могут выдвинуть шею на 12 сантиметров. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, такая она. Необычная. Персик его зовут. Персик. Живет в Азии. Просто такая шустрая. 4,5 килограмма может достигать по весу. Брионикс китайский. Черепаха Зоя. Грифон. Она опасная.